Почему ты? Ты улыбаешься? Этого не может быть. Я думаю, они хотят, чтобы мы прилетели и нашли их. Перед вами изображение археологических находок со всего мира. У древних цивилизаций, которые даже не контактировали друг с другом, мы видим одну и ту же пиктограмму. Месопотамия, ацтеки, пещерные рисунки во Франции. Это звездная карта? Нет, не карта. Приглашение. Фильм Ридли Скотта. Режиссер фильмов «Бегущий по лезвию бритвы» и «Гладиатор». Прометей приземлился. Как далеко вы можете зайти, чтобы найти ответы? На что вы будете готовы? Прометей, вы видите это? Какого черта? Они были правы. Они хотели узнать, откуда мы пришли. Есть импульс. Одно деление на запад от тебя. Какой еще импульс? Они что, двигаются? Оно открыто изнутри. У нас один раненый. Оно в моем скафандре. Оно в моем скафандре. Черт побери. Что там происходит, черт возьми? Но то, что они нашли, может нас уничтожить. Их всех, как поняли? Если вы это не остановите, то возвращаться нам будет некуда. Прометей. Скоро.